Сегодня 2 февраля 2018 года. И в этот день исполнилось 75 лет со дня, когда звучал последний выстрел в Сталинграде. Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент все сражения мировой истории. Битва оказалась решающей. Она ознаменовала коренной перелом всей Второй мировой войны. И спустя 75 лет, в день, когда отгремел последний выстрел, учащиеся 7-8 классов Видновской школы номер 5 почтили память тех, кто сражался за нашу Родину. Из года в год историко-культурный центр организовывает мероприятия к важным датам в истории нашей страны и делает это не случайно. Очень хотелось бы, чтобы они хранили память. В каждой семье воевали, в каждой семье кто-то приходил, а кого-то до сих пор все ждут, и только на фотографиях остались эти люди. На протяжении всего урока мужества ребята внимательно слушали ведущую, и по окончании каждый извлек для себя свой собственный смысл ее слов. Самое главное то, что надо уважать ветеранов, которые сейчас остались, потому что осталось их мало. И реально относиться к войне надо серьезно, а не высмеивать всякие связанные с ней факторы. Мне кажется, надо организовать такие мероприятия, чтобы россияне понимали историю своей страны, на что шли военные. Тема Великой Отечественной войны очень близка для каждого из нас, ведь это память о наших смелых и отважных дедах и прадедах. И важно, чтобы современные дети, которые знают про войну только из книг и фильмов, всегда помнили тех, кто дал им жизнь. Татьяна Брылова, Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.